В Саратовской области новый очаг африканской чумы свиней. Опасный диагноз установлен у поросят из частного подворья в селе Широкий Карамыш Лосогорского района. Наличие заболевания подтвердили в межобластной лаборатории, где проанализировали отобранный материал. В село уже выехала бригада ветеринаров из Саратова. Трупы павших животных сожжены. Напомню, последняя вспышка АЧС в регионе была зафиксирована несколько дней назад и тоже в Лосогорском районе. Тогда в селе Атаевка от африканской чумы погибли свиноматка и дикие кабаны. Все это привело к тому, что в Волгоградской области Белоруссия отказались покупать продукцию свиноводства из Саратовской области.